На краснодарских улицах совсем нет снега, но вокруг праздничная суета. Многие люди любят Новый год за состояние счастья и преддверие чего-то светлого и радостного. Многие взрослые боятся себе признаться, но в душе каждый человек верит в чудо. И оно действительно происходит каждый день и на каждом шагу. Главное – его заметить. В Университете культуры и искусств учатся ребята, которые к чудесам имеют самое прямое отношение. Нет, они вовсе не волшебники, а учащиеся кафедры социально-культурной деятельности. Вызвать улыбку у детей, заставить поверить их в сказку – это главная задача. Для ее выполнения необходима щепотка юмора, две ложки труда и все это перемешать с невероятной выдумкой и актерской игрой. Самое сложное – понравиться зрителю, потому что работать с детьми максимально сложно. И вообще говорят, что если хочешь стать ведущим для взрослых людей, то начинай с детей. И если получается работать с детьми, то считай, ты состоялся. Привет, мальчишки! Привет, девчонки! Каждый из новогодних персонажей обязательно запомнится детям. Ведь за время выступления они не просто познакомились с героями сказки, играли, танцевали, но и учились быть справедливыми и добрыми. Мы общаемся с детьми, пытаемся быть к ним ближе и, конечно, вот стараемся, чтобы каждый получил вот какую-то частичку тепла, доброты от нас. Вот. Поэтому наши игры и наше взаимодействие с детьми всегда вот такое контактное, личностное. Исполнитель роли Деда Мороза на вопрос, нравится ли ему роль, отвечает. Ну, она же главная. И уже серьезно на правах самого новогоднего персонажа желает. Здоровья родителям и деткам, чтобы улыбки на их лицах были не только в такие спектакли, когда ребята для них стараются что-то делать, а это было ежедневно. Эта профессия как жизнь, с ее задачами и чудесами, которые вы можете сотворить своими руками. А главной наградой будут глаза малыша, искренне благодарного за ту сказку, которую вы ему подарили.